Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня нашу рубрику «100 грамм красоты» посетила красавица Брайер Бьюти с плейсетом, книгой и серией «Трон Каминг». Если вам будет интересно посмотреть распаковку набора, то ссылку я оставлю в описании. Предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Беливикс или ищите по тегам «100 грамм красоты» и «100 кило кукол». Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. А мы начинаем. Брайер Бьюти – ученица школы Эвер Афтер Хай, долго и счастливо. Брайер ждет исполнения своей судьбы. Она не хочет менять что-либо в предписанной ей судьбе. И Веряшка предпочитает пойти по стопам своей матери и также проспать 100 лет. Но прежде чем это произойдет, ей очень хочется успеть совершить уйму всего интересного и повидать все вокруг. И как говорит сама Брайер Бьюти, ей хочется оттянуться по полной. Ведь неизвестно, когда она уколет свой палец и погрузится в столетний сон. Она предпочитает жить настоящим и правильно. Брайер Бьюти просто обожает планировать сказочные торжества для своих друзей. Плейсет «Дом-книга» идет в большой красочной коробке вместе с куклой Брайер Бьюти. Книга выполнена в малиновом цвете. В торце книги есть отсек для куколки и окошко, чтобы она могла выглядывать оттуда. Прежде всего, обратим внимание на саму куколку. Кукла имеет нежный светлый оттенок кожи. У нее длинные коричневые волосы с розово-фиолетовыми прядками. Волосы зачесаны и таким образом открывают милое лицо куклы. Глаза карие, их оттеняют синие тени. Ее макияж выполнен в приятных светло-розовых тонах. На ушках у нее интересные сережки ярко-розового цвета. Руки Брайер выполнены в черном цвете, имитируя перчатки, полагающиеся одевать любой уважающей себя леди на маскараде. Плечи и талия украшены аксессуарами, выполненными в стиле черных лоз с серебряными розами. Само платье бело-розового цвета с черными лозами, поверх которого нашит верх с небольшим подолом из легкой ткани, оттенка чуть темнее. На ногах у Брайер черные туфельки с лозами и высоким каблуком. Сам домик выполнен в стиле книги, а комнаты в нем можно перелистывать как страницы. В первой комнате есть зеркало, окошко и даже красивая розовая люстра на фоне прекрасной комнаты Брайер и шкафа с ее платьем. К этой комнате прилагается столик, набор со стаканами, торт, зеркальце и кекс, а также красивая кровать, как у настоящей принцессы. Куклу можно спрятать вот таким вот образом в торец книги и тем самым уложить Брайер Бьюти на 100 лет спать. Во второй комнате мы видим настоящий бал с фиолетовыми воротами. Рядом диджейская стойка и серебряный стульчик. Сбоку имеется золотистая лестница, ведущая на серебряно-золотистый балкон. Брайер Бьюти не спешит искать себе прекрасного принца. Ее очаровательный принц появится лишь через 100 лет, поэтому она не готова целовать там всяких лягушек. Ах, просто красавица, она знает себе цену, да и королевской площадью успела обзавестись. Что в этом плохого? 100 грамм красоты плюс дом-дворец в придачу. Красота – великая сила. Красота спасет мир. Клевый набор, не правда ли? Пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, ставить лайк под этим видео. Мы с Брайер лично это проверим и придем к вам в гости, чтобы узнать, поставили ли вы лайк. А также находите меня ВКонтакте и Инстаграме. Предыдущие выпуски смотрите на канале Беливикс. Или же ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. А все ссылки ждут вас уже в описании. Be cool and crazy! Пока-пока! XX, с вами Беливикс. Всем привет! Сегодня я продолжаю новую рубрику на моем канале «Главные герои Monster High и Ever After High», где я рассказываю о различных персонажах и их характере и сравниваю их сценические образы в разных сериях. Кстати, я уже перевоплотилась в Брайер Бьюти, и как это все было, вы можете посмотреть, кликнув сюда, или же в описании будет ссылка. В этом видео мне хочется предоставить вам возможность увидеть всех Брайер Бьюти в линейке Ever After High из разных серий. На начало мая 2016 года их всего 7 в коллекции кукол Ever After High. Эта девушка старается дышать полной грудью и жить полной жизнью.
наслаждаясь каждым днем. Ведь в любой момент она может уколоть палец и заснуть на 100 лет. Брайер Бьюти – дочка спящей красавицы из одноименной сказки. День рождения Брайер Бьюти 9 августа. По гороскопу она – лев. Волшебный талант Брайер Бьюти заключается в том, что она, когда спит, может слышать то, что говорят люди, которые находятся даже за много миль от нее. Брайер не любит спать, но сон ее неконтролируем. Иногда она может заснуть в любом месте и в любое время, даже прямо на уроке. И из-за этого у нее бывают неприятности. Спонтанная и энергичная, Брайер Бьюти всегда готова к любым испытаниям и приключениям, которые готовят ей жизнь каждый новый день. Любимый школьный предмет Брайер Бьюти – это Королевский совет учеников. Брайер нравится все планировать от начала учебного года до выпускного балла. Нелюбимый предмет Брайер Бьюти – это гимнастика, и только из-за того, что на занятия все должны одевать ужасную одинаковую форму. Лучшие подруги Брайер – это Эпплвайт, Блонди Локс и Мелоди Пайпер, а любимая еда – это молочный шоколад. А еще в школе Ever After High с недавних пор учится двоюродная сестра Брайер Бьюти – это Розабелла Бьюти. На этом наше видео подходит к концу. Напишите в комментарии, как вам видео и какая ваша любимая Брайер Бьюти. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Be cool and crazy. Пока-пока! И сегодня у нас будет долгожданный мейкап-туториал, и я покажу вам, как сделать макияж базовый Брайер Бьюти из Ever After High. Начнем! Для начала нам понадобится тональный крем. Наносим крем на 4 зоны – лоб, нос, щечки и подбородок. Теперь все равномерно растушевываем. Используем карандаши двух цветов – коричневый и светло-коричневый. Сначала берем темный карандаш, которым мы закрашиваем брови и рисуем новую форму. Теперь на помощь приходит светлый карандашик, которым по краям бровей создаем градиент. Наносим малиновые тени вокруг глаз. И на верхнем веке добавляем нежно-розовые или же белые тени. Черной подводкой рисуем стрелки. Спустя несколько минут стрелки нарисованы. Фиксируем ресницы черной тушью, чтобы придать им объем. Красим губы розовой помадой. На нижнюю часть наносим блесточки. Они нам точно не помешают. А потом на щечках создаем легкий румянец. И теперь финальный момент. Мы одеваем парик. У Брайер Бьюти отличный вкус в выборе одежды. Брайер знает, что должна погрузиться в сон на 100 лет. По этой причине она стремится наслаждаться каждым мигом. Она всегда неотразима и одета в ультрамодный наряд. Розы с шипами – это самый популярный аксессуар в аутфите Брайер. Ведь, как она говорит, без цветочков никуда. Брайер Бьюти – дочка спящей красавицы из одноименной сказки. Брайер не любит спать, но сон ее неконтролируем. Иногда она может заснуть в любом месте и в любое время, даже прямо на уроке. И из-за этого у нее бывают неприятности. Что ж, спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, мой Инстаграм и на мою группу и страницу ВКонтакте. Ставьте лайк под этим видео и не забывай написать в комментарии, как тебе мое перевоплощение на Брайер Бьюти и на кого ты хочешь следующий мейкап-туториал. Пока-пока!